Чё, ни хрена себе, как это быстро, Жека! Жека, у меня тут проблемка. Жека, у меня тут проблемка. Какая у тебя проблема? Я в небоскрёбе застрял. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека, и добро пожаловать в нашу новую рубрику в Майнкрафте «Гоночки». И да, ребята, всем привет, и это наша новая рубрика, поэтому, если вы хотите новую серию, то с вас лайки, да? Лайки, лайки. Мне кажется, то, что вам понравится данная серия, данная рубрика, поэтому давайте, ребят, в честь первой серии попробуем набрать 15 тысяч лайков на обоих видосах, набираем, и сразу же выходит продолжение с новой картой, с новыми тачками и прочее. Мы вас просто уверяем, лайки, серия, как обычно. Для начала, Эдисон, я хочу сказать, что мы с тобой с нуля построили целую гоночную трассу в Майнкрафте. Да, но, ребята, она будет необычная. Тут будет сражение гонки и на машинах, и на катерах, и на вертолетах, и опять на машинах. Ты, ну что ты спойлеришь? И прочее, прочее. Ну что, что, какие спойлеры? Сами все увидите. Да, да. И, Жека, давай мы еще расскажем то, что мы каждый раз будем строить новую карту, новые испытания и на новой технике. Это да, но это только в том случае, если мы наберем 15 тысяч лайков на обоих видосах. Так, обоих. А можно себе вот эту машинку возьму? Вот эту. Не, давай вот мы. Это крутая, конечно, машина, классная, но мы с тобой возьмем более приземленные тачки. Приземленные, хорошо. Так, вот, это наш выбор, да? Три тачки. Да, я подожди, хочу сказать, что я в машинах не разбираюсь, так что давай ты у нас сегодня будешь играть. Хорошо. Я, тут, конечно, у нас есть Челленджер, тут у нас Lexus, но я хочу взять BMW красный. А ты давай черненькую, давай, давай черненькую бери. Это какое ты? Это вот это, вот это, да, черненькая. Так, хорошо, мне кажется, первое... Давай встанем на старт. Да, первый наш заезд, не толкаться, не толкаться, не толкаться. Прям вот так впритык, подожди, подожди, вот так. Я хотел бы еще сказать, что мод маленько подлагивает, но, ребята, если мы реально наберем лайки, мы реально увидим, что вам понравится эта рубрика, мы там все исправим. Обещаем, просто обещаем, да. Ну шо, Евгений? Эдисон, я, если честно, как бы так боюсь, потому что... Я тоже боюсь! Ты-то умеешь водить машины, я не... А, подожди, ты не сравнивай реальную жизнь с Майнкрафтом, хорошо? Так, ну шо? Майнкрафт — это моя жизнь, давай, поехали. Давай, на счет три, да? А, подожди, у нас задержка, давай из комнаты в комнату кричайте, короче. Это как? Кричайте, чтобы я услышал. Хорошо, хорошо, подожди, подожди. Жека! Слышно? Да-да-да, хорошо, хорошо, давай. Раз! Ага. Два! Ты! Поехали, поехали, давай, 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 Евгений! А что ты меня сразу обогнал, так это? У нас машины одинаковые, машины одинаковые. Подожди, я на 5. Я на 5 не могу нажимать, чтобы на тебя посмотреть. Так, хорошо. Мне на самом деле даже не то, чтобы интересно выиграть, это просто что-то такое новенькое в Майнкрафте. Так такого я еще не видел. Карта не прогрузилась. Карта! Карта, 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 карта! Давай, Жека, давай, давай, это гонки. Формула-1, давай! Хорошо, отлично, Формула-1. Догоняй меня, Евгений, давай, давай. Так, так, какие-то повороты тут у тебя я на боюсь, аэродроме вот этом. Так, корова, корова, не сбивай коров, не сбивай коров, Жека. Сбил корову, живодер проклятый. Так. Настоящий Шумахер, если ты не знал. Шумахер, ты Шумахер? Да, я Шумахер. Так, у нас тут уже начинается необычная фигня, потому что сейчас мы будем кататься на катерах. Какая необычная, какая необычная. Пишет вода. Как переплыть через воду? Нужны катера. Поехали! Давай, ты! Жека вырывается вперед! Жека вырывается вперед! Да даже катера взорвутся. Не надо, не надо, не надо, чтобы они взрывались. Пошел в жопу, пошел в жопу, пошел в жопу. Пошел в жеку, пошел в жеку, пошел в жеку. Пошел в жеку. Так, 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 так. Как ты так меня обгоняешь? Нет, я потонул. Эдисон, Эдисон, я застрял. Я застрял в сраном мосту. В смысле? Жека, подожди. Я к тебе машину снял. Почему она не едет, Эдисон? Топлива нет! Понимаете, его задача была заправить все
машины. Тут специально не заправил машину. Нет, нет, не было такого, не было такого, я сам не знал, я ее заправлял, я отвечаю тебе, я ее заправлял. Да, понятно. И главное побежал, я сижу, мучаюсь там, не понимаю, он уже бежит. Ну, согласись, что прикольно. Так, хорошо, сейчас у нас задача на вертолетах взлететь, да? Ты со своими вот этими вот белыми штучками меня... Я тебя пугаю, я тебя пугаю специально, понимаешь? А так, как ты... облака, облака, на V нажми. Не, подожди, на Shift нужно нажать. Опа, вроде. Ага, на Shift. Нажми на Shift, Джек, нажми на Shift. Пожалуйста, нажми на Shift. Так. Ты уже забрался нам в машину? А, нет. Нет, черненькая моя, черненькая моя! Это реально форсаж. Короче, это вообще жесть. Так, я что-то ни хрена не понимаю, подожди, там тут... Охренеть, ну это уже даже не форсаж, это какая-то мистика, Жека! Машины научились летать! Так, хорошо, хорошо, это что, они летают? Это все очень прекрасно. Не кружись. Прям мастер виражей, понимаешь? Ты прям реально мастер. Так, хорошо. Мне кажется, я проиграл. Да подожди, может, я сейчас куда-то врежусь. Знаешь, закон подлости, как обычно, бывает в каком-то Need for Speed. На финише всегда во что-то врезаешься, поэтому успокойся. Ну, это да. Ну, я не знаю, я не играл в Need for Speed, поэтому... Я врезался! Нет! Я тоже врезался! Так, все, я стабилизировал свою машину, едем дальше. Мне повезло, потому что я тоже врезался. А, ты тоже врезался. Ну, смотри, если бы не врезался, ты бы вырвался вперед, мне кажется. Поэтому не все потеряно, не все потеряно. Может, я сейчас опять врежусь, да? Я думал налево, твою мать! Ты опять врезался куда-то? Да, я думал, что... Так, финишная прямая, Жека! А ну сдохни, Батман! Вылези из машины, а ну вылези! Ты где? Я тебя даже не вижу, я назад не могу посмотреть! Почему ты не можешь посмотреть назад? Не знаю, как посмотреть назад. На F5. Не, я так не могу. А, все могу. Я еду, я понимаю. Не буду стоять! Да! Полицейский разворот! Так, стой, куда, не врежься! Не задави меня! Так. Слушай, это было эпично, но мне кажется, чтобы все было точно прям круто, мы должны прокатиться еще раз. Так думаешь? Да, на других тачках. Надо еще лайки поставить, лайки обязательно ставьте, дорогие друзья. Кто тут такой? Кто это? Так, я что-то не понял. Вам показалось. Прикольно, выглядит. Хорошо, мы на это не будем обращать внимания. Главное, свою фирменную песенку не начинай петь, и все будет хорошо. Хм, так, теперь я выбираю тачку. Хорошо. Смотри, моя будет синенькая вот эта. Я не знаю, как она называется. Это Lexus. А моя будет оранжевая вот эта. Это... Не, подожди, у нас это... Я хочу Challenger. Ты давай, на своем Lexus я на Dodge Challenger буду. Хорошо? Давай, ты понимаешь, в чем проблема? В чем проблема? Аккуратненько. Мне кажется, это слишком какая-то медленная тачка. Думаешь? Да. Хотя тачка какая-то медленькая. Ну что, готов? Подожди. В этот раз я считаю, готов? Подожди, да, я стану нормально. Так, давай. Давай. Раз! Подожди. Давай. Два! Три! Давай! Вперед! Я говорю, кто считает, тот и выиграет. Подожди, мы забыли так заправить тачки. Вертолетов там нет! Чё делать? Чё делать? Как ты меня обогнал и не понял? Ты что, читер, что ли? Смотри, что мы можем сделать? Что мы можем сделать, да. Он катеров даже нету! Мне кажется, Reload Beach нужно. Нужно Reload Beach. Purple Lamborghini, только она не Purple, она Grey. Давай, иди сюда. Подожди, ты куда тут? Да, я сюда. Да, мы поедем на Lamborghini. На Lamborghini. Но это очень быстро. Это очень быстро, да. Ну, мы решили то, что все же нужно попробовать на очень скоростной тачке, поэтому сейчас посмотрим. Мы вроде все заправили на этот раз, да? Давай, раз! Подожди, я не слышу. Давай еще раз. Раз! Два! Меня подбросило! Чё-то она слишком скоростная какая-то! Я не ожидал такой скорости!
Я тоже не ожидал. Так, нихрена. Ну по сравнению с предыдущими тачками трейлер самолет какой-то. Да, это прикольно, это будет быстро, это будет быстро. Да, это будет очень быстро. Главное. Главное, не врезаться, Жека! Коровы, 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 коровы! Аккуратно, аккуратно с коровами. Аааа! Охренеть, я уже все стены покоцал, мне кажется. Я тоже на самом деле, поэтому с тобой так, знаешь, это... Почти вровень идем, почти вровень. Вровень, хорошо. Почти вровень. Хоть! Ааа, давай! Смотрите на него, смотрите на него, едет, там едет. Так, 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 хорошо. Стрелочки у нас есть, стрелочки есть, что ты вспоминаешь? Я вспоминаю, знаешь, была реклама Акс. Там тарададон, 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 тон, тон, тон. Такая. Нет! Тима, тебя врезался, придурок, конченый, а ну. Пешком сегодня плыли. Я до сих пор устаю, понимаешь? Пошел ты, зашибись, она поехала без меня! Пошла в жопу! В смысле поехала? Она, блин, вообще паскуда, если так сказать. Паскуда? С этим я согласен. Я и на заднее сиденье сел! Я манал эти гонки, честно скажу. Это какие-то не гонки, а какая-то хрень. Я просто вначале застрял в водке. Твоей. В твоей! В моей. А, стоп, а почему у меня не летит? А, нужно на правое, да, сиденье сесть? Точно! Давай, лоханись еще на чем? Давай, еще раз. Полети вообще в другую сторону. Жека, Жека. Так, хорошо, хорошо. Мне все нравится, я лечу. Ну, как бы катер не за меня залагал. Давай с этого начнем. Тут Формула-1! Формула-1! Это, блядь, подожди меня, я на эту летел куда-то. Ааа! Че ни хрена себе, как это быстро, Жека! Жека, у меня тут проблемка. Я летаю. Жека, у меня тут проблемка. Какая у меня проблемка? Я в небоскребе застрял. Так, что мне делать? Подожди. Так, Эдисон, я до сих пор вертолёте. Я не могу подлететь наверх. Понимаешь? У меня проблемы похлеще, чем это. Думаешь? Хотя хрен его знаешь, что у тебя там за проблемы. Я как бы не на карте даже, понимаешь? Где я? Куда я врезал? Мне кажется, с Формулой 1 это была очень плохая идея, очень плохая. Прям настолько плохая, что ты себе даже не представляешь. Так, хорошо. Так, подожди, а я лечу, я лечу. А почему я в воздухе стоял? Я не знаю, куда мне ехать. В смысле? Эдисон, я в воздухе! Ааа, я лечу! Жека, я не знаю, куда... Мне кажется, я перепрыгнусь на карту, если я справа... Ой, я тебя вижу, кстати. Где я? Жека, что мне делать? Я летаю! Так, подожди, мне нужно найти выход! Так, подожди, подожди. Эдисон, не теряйся, Эдисон, не теряйся, сейчас все будет нормально. Я в здание заехал нормально! Эдисон! Чё? Я не на карте, там вообще поймаешь, что я не на карте, думаешь, у меня тут что-то нормальное? Нормально, я тут просто, знаешь, летаю по всей карте. А, я врезался и застрял. Так, подожди, мне смешно, потому что мне нужно найти выход. Так, хорошо, подожди, подожди. Нет, я не туда приехал. А в Формуле 1 можно вдвоем садиться? Нет, мне кажется. Сок, можешь подсаживаться. А ты где? Я даже не знаю, где ты. Я ты знаешь, ты знаешь. А, ты на финише знаешь. Я уже лечу на финиш. Да, ты летишь на финиш. Ты знаешь, куда я вообще подъехал? Я вернулся к катерам. Я сейчас возле катеров, да. Ура! Победа за мной! Я тут. Видишь, видишь, тут карта, видишь, тут карта. Так, подожди, подожди, да, я тоже, я хочу тоже пытаться залезть. Так, Алиса, у меня есть план, да-да-да, ты правильно все понял. Меня подожди. Тут топлива нету, уже нет топлива. Топлива нету, тогда вылезай. Давай, давай, ставь двухместный самолет, Боинг поставь, давай, Боинг какой-то. Прости, не так все быстро, такой Боинг, вот, какая-то квощиня. Квощиня? Давай. Поехали. Давай. Поехали. Тан-тара! 4 утра! Без объявления войны! Не в здание, не в здание!
Туда, налево, налево, молодец. Думаю, подожди, вначале нужно взлететь, набрать высоту, там, понимаешь, все такое. Давай без этих мертвых петель, вот этих петель, давай. Не надо, вниз, всё, вверх. Все под контролем, Эдисон, ты... Я за уже... рулем просто самый Гагарин за рулем. Гагарин, хорошо, я просто волнуюсь, вот. Уже понимаю. Мы летим. Все хорошо. Мы летим. Титаник, там Титаник, Жак, можно на Титаник. Да, Титаник, отлично. А почему там воды нету, а как корабль в воздухе плавает? У меня такой вопрос. Не знаю. Жака, ты как бы смотри, куда летишь, хорошо? Формула 1 это очень плохая идея была, Жака. Все под контролем, все хорошо. Мы набираем высоту. Это наш новый дом. Новый дом, хорошо, есть. Это наш дом вылезает. Спасибо за... Так, все. Я тебя доставил в люкс для номера. Люкс, это люкс, возьми, так. Что происходит? Я не знаю. А я, ребят, на этом предлагаю закончить. Да. Спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайкусики. И как я уже сказал, набираем 15... Спасибо за... Стой! Ай, наркомания какая-то. Ребят, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, набираем 15 тысяч лайков. Мы прям обещаем, ты же сразу выходит новая серия. Только в следующей серии Формулы 1 не будет, будут какие-то нормальные машины. Ребят, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, это самое главное. Спасибо всем за просмотр, еще расскажу. Всем удачи. Выезжай! Да, всем удачи, да, я согласен. Всем удачи и всем пока. Вам не летать на Ламборгини. Пока, Пирпл Ламборгини.